Вот так, друзья, сегодня, во вторник, 30 декабря 2014 года, выглядит драйвей нашего дома. Справа стоит известный вам иммигрантовоз, а слева уже вот некоторая такая конструкция для тех строительных работ, которые сейчас производятся. Мне вообще велено вот на этой части не парковаться. Вот эта часть, где стоит моя машина, видите, там светленький такой бетон. Это мы его сами сделали, то есть его изначально не было, просто чтобы мне так было место побольше. Вот им понравилось это место, они говорят: вы вашего господина уберите отсюда, а пусть вот паркуется вдоль, вот так же, как, например, вот здесь. Да, это как раз вот трачок одного из наших строителей. Вот, и пусть, говорят, он паркуется там, а мы на его месте будем, значит, располагаться. Вот, смотрите, сколько всего. Мама мия, что называется. Меня спрашивали, друзья, в комментариях: покажите, говорит Михаил, проект, чего вы там собираетесь пристраивать. Вот я вам показываю, это проектная документация, она вот в пакетике в таком лежит. Вот, Света, скажи, то, что будет построено, оно будет близко к документации? Оно будет очень близко, конечно. То есть есть такое? Документация для того и делается. А, нет, а люди могут сказать: документация, это чтобы комиссию пройти, а дальше что-нибудь начнут жульничать. Нет, там, знаешь. Нет, дело не в жульничании, а всегда есть какие-то вещи, которые... Комиссия смотрит на очень определенные вещи, да, которые связаны с безопасностью и так далее. Что касается отделки и всего, это их вообще не касается. Да. Поэтому, естественно, там могут быть разные варианты. А с другой стороны, хозяину дома, который строит, так а чего ему до фундаментальных вещей, когда его больше интересует отделка, поэтому полет фантазии не ограничен, лишь бы оно не противоречило каким-то стандартам там пожарной безопасности и чему-то такому. То есть, на самом деле, комиссии, которые ходят и проверяют потом, после того, как документация подписана, они выборочно смотрят на эту документацию, то есть что-то их интересует, а что-то нет? Нет, они смотрят, все, что есть в документации, их интересует. Документация не показывает тебе, какая будет отделка. Да. Документация показывает тебе самые принципиальные вещи. А вот по результатам вот похода в Сити, там куда-то, да, они делают так называемый пермит. Вот, и вот это уже пермит. Ой, это пермит, это вот, да, эта штука, которую надо вешать где-нибудь снаружи дома, да? Это не то, что вешать, нет. Это когда приходит инспектор, здесь очень много полосочек, вот написано, написано все инспекции, которые он делает. Вот, например, там... Это список будущих инспекций? Ну, они не все, он же стандартный список, у нас же не все, не все понял, это есть. Понял, это типографский. А да, дальше они вписывают там, где вот, ну вот, например, на электричество, да? Вот электричество под землей, RAF Electrical, Meter Release, да, Bonding. И он тут ставит дату, когда он пришел, и пишет, прошли инспекцию или нет. Светочка, это очень важный документ. А вот был какой-то документ, пермит такой, который мы вывешивали на улице, чтобы соседи знали, вот что... Вот этот пермит, я копию с него делала и вывешивала в окно, чтобы соседи знали, что это все легально. Что все по-честному. Да. А то, им... это то, без чего соседи может прийти и сказать: ах, у вас нет вот этой бумажки, тогда развалите все, что вы построили. Ну, я надеюсь, что у нас все в порядке с документацией. Все в порядке с документацией. Ну, хорошо, значит, у нас сегодня какие-то уже работы начались. Вот в тот момент, когда я стал Светлану снимать, прекратился этот звук отбойника, они там что-то уже долбают. Ну, пойдем туда сегодня посмотрим. Сегодня 30 декабря и да, с почином. Вот, с Новым годом, да, с Новым годом, с новым счастьем. Вот вы видите ребята здесь на улице. Что-то такое, видимо, линию будущего здание протягивают, там они подключаются к нашему бейсменту. Видите, они тут отковыряли стеночку, что-то с ней делают. А тут у нас, я смотрю, некоторые кусты уже повыдирали, они перестали быть частью нашего ландшафта. Вот тут что-то явно выдрали. Вот, ну и уже какие-то доски, уже какая-то свалка, мусор. В общем, становится все похоже на стройку. Вот тут я напоминаю, будет стоять пристройка, а в пристройке будет мастер-бедрум.